Йоу, карамба! С вами я, ваш хостер Антоха. И мне осталось не так уж и много здесь пройти локаций, биомов. Перед тем, как мы закончим прохождение этой механической карты, наверняка вы ее уже все прошли, за что я очень рад, но вы не для этого запускаете видео мои, правда? Отправляемся в следующую локацию. Бам! Это адский биом. Сразу же можно увидеть, вот, если вы вдруг правда только смотрите мои видосы по террари. Рачье начинается. Смотрите. Гейзер шпарит прямо из лавы. Это новый ловушка. Кукушка, мистер Бум. Ладно, бы не сдохнуть тут сейчас. Вот так вот. Не сдохли, бро. Движемся дальше. Здесь мы, короче, ищем какой-то дикий цирк. Сейчас, короче, будет шашлык-машлык настоящий. Что? Добро пожаловать в стрелялку-морялку. Итак, Антоха сдох. Нет, не сдох, а я не сдох. Надо бы как-то подлечиться, но времени нет. Шансов выжить тоже немало, немного. Ладно, я пока не разобрал. Так, камень есть, надо просто остановиться и подумать о вечном. А как у вас дела? Как у вас делишки, делушки, подружки, да, дружки? Надеюсь, у вас есть подружки. А, это, короче, тир. А мы в аду. Вам же интересно, о чем мы тут занимаемся. Мы в аду стрелять сейчас будем в тир, мой друг. Че? Надо вспомнить, как это делается. А, когда будешь готов, вот тут написано. Встань на желтую платформу. Вот эту вот. И когда будешь готов, нажми вот эту. Так. Че? Апа, видали, мы будем сейчас аимить. По времени просто. По времени. А... Но видите, нам нужно еще отбиваться от какого-то импа. Умпа-лумпа. Оп, я успел. Я успел! Так, тут видите, что... Трагедия. Возможно, но нет, на самом деле, никаких трагедий. Оп. И тут нам сказали, вы крут. 14 попаданий вы достойны для того, чтобы мы вам подсветили вот эту вот платформочку. И мы такие, полный успех и... оптимизма в грядущем. Движемся дальше. Два варианта. Куда пойти, бро? Пойти направо. Или пойти вниз. Ну, давайте пойдем сюда. Я помню, что здесь обманка какая-то. Ну, ладно, пойдем. Нет, это смерть. Вот я понял. Это смерть, а не обманка. Обманка по имени С. С. Смерть. Совокупление. Сицилийским магнат. Какой же рак. Называй меня куклой Дори. Супер фан, очень весело скатываться, правда? Да, очень весело. Очень весело. Да уж. Нет, мы пошли вниз. Мы идем вниз, и что здесь нам? Ничего нам здесь, потому что кнопка с той стороны, которая роняет вот это вот все каменное... Ну вы поняли, да. Все, вот это каменное. На самом деле надо было дальше пройти. Ну это к случаю, если вы тоже, как я, первый раз проходите. На самом деле я не первый раз прохожу именно вот эту вот локацию, да и вообще всю карту я уже прошел. Ну какая разница, господи! Это же так весело скатываться. Берешь ты и скатываешься. Ты скатулька такая. Скотинка. Вот, лайс. Я изобрел слово новое. Лайс. Это смесь... Лойса и Найса. Пользуйте. Это бесплатно. Итак, здесь нам продают напитки. Очень бесполезно. Спасибо. Так, вторая стадия марлезонского кабриолета. Надо стрелять вот этой вот штукой. Пум. Я помню, я не смог ее пройти. Я не смог, но... Тут дело все... Видите? Вот эта платформа открылась. А вот я вот даже вот эту не попал. Какую еще открылась? Вот. Это... Че это посвятит? А, то есть я ушел. Теперь я могу выйти отсюда. А вторая платформа открыла мне вот проход вниз. Если бы я был ловче, я бы смог вот этой писюлищей. Вот как-то отразиться вот сюда и попасть бы сюда. И тогда бы у меня платформа светилась. Я бы прыгнул дальше. Но я этого не сделал. Я не умею этого сделать. Я и на стриме этого не сделал. Поэтому и сейчас не сделаю. Опа-лёпа. О май гад. Они догоняют меня. Вообще-то нет. Вот этого парня надо его рубить с плеча. Быстро, покуда он...
Не понял, кто с ним разговаривает. Так, камни опять попотекут нам навстречу. Найс. Захватывает, не правда ли? Так, ну да подальше тут встать, потому что они правда могут бобой сделать. Так, мужик. Мужик блестящий, каменный, светлый. Из подземелья. Сейчас. Бам, 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 барам, барам, барам. Круто, круто. Экшен. Механическая карта с механическими пришлепками. Я не знаю. Как еще назвать то, что все это вот эти вот пришлепки. Видите, теперь можно сделать ловушки. Вах. Я почти испугался. Нет, на самом деле, вообще не страшно. Это вообще не страшно. Но, видали, кнопка, которая держит эти каменные шары. Да, каменные шары, друзья. Что-то держит каменные шары. Тут мы делаем небольшое эмалжо. Ну, нам на... намногое наплевать, я скажем так. Скажем я так. Хорошо. Чтобы не быть многословным, здесь сундук. Роза Амира на розу Тверца. Ну ладно, нам не нужно. Это новое оружие, которое будет помогать нам стрелять вот тут. Короче, видите? Стреляйте, отстреливайте и будьте стрелятельными. На все 100%. Понятно? Короче, мы туда закидываем этот шар и играем как в... О, надо рассчитать. Бамс. Нифигамс. Бамс. Вот оно само открывает двери, проходы. И, короче, магия льется в глаза прямо. Нет, только какую ты чё куклу-то воду носишь? Ты что? Никак ничего? Только заспамь мне теперь еще этот. Стену плоти. Чтоб мне было вообще сладко. Ну... Ню! Не, он меня нервирует, я должен его уничтожить. Ты мне гида брось! Ты мне гида брось! Все, спасибо, бросил гида. Идеально! Идеально, бро! Да, видите, она доскакала все-таки до конца. И появилась новая... платформочка, которую мы используем по назначению, топчем своими ножками, которые знавали. А вы думаете, нет? Наши ножки знавали. Так, ловим тайминг. Оп. Стоим, курим памфлеты. Да, памфлеты можно курить. Вы сопротивлялись? Вы сопротивлялись в этом? Нет. В этом не сопротивлялись. Это вот это вот все, что вот эта красота, вот вы видите. Это мы будем скакать в обратную сторону, потом еще это многократно увидите и рассмотрите. Так, снова корова. Ра-бра! Все. Так, снова. Данк the пингвин, короче, говорит. Встань, короче, сюда. Сейчас будет оттуда пингвин выходить. Ударь. Короче, тут нужно стрелять опять в кнопки. Ну, как всегда. Короче, дергаем. Пингвин вот там, видите, ходит. Нужно его казнить. Для этого мы сейчас нажмем кнопку, которая просто... Вот, когда мы нажимаем, видите, здесь вот кнопка... Бам! Пингвин пошел, пингвин сгорел. Поздравляем! Вы казнили пингвина-монстра. Покойся с миром, пингвин-монстр. Трам-пам-пам, барам-пам-пам. Небольшой паркур такой классический. Классический, легкий. И последний. Найс. Красиво. Красиво просто, как Репин маслом. Раз, и смотри, вот это правда красиво. Вот сразу понятно, что делали разработчики. Блин! Вот, что делали разработчики. Я упал! Так, вы теперь выжить. Теперь выжить бы от монстров. Нормально, я выжил, все в порядке. Вы же за меня пальчики скрестили, все отлично. А о чем я? О том, что вот что делали разработчики весь год. Механизмы они писали неделю, а все оставшееся время делали эту карту, которая очень нравится всем. Правда? На самом деле мне ребят писали, что делают карту, да, помните? Ребята какие-то делают карту механически, то есть кого-то это правда вдохновило, и они тратят свое время на то, чтобы сделать карты в Террарии. Почему нет, да? Почему да? Вам не попасть. Итак, разбегаемся, делаем эмалжо. Вот чё, пчела вот эти, да нет, мыши огненные. Сейчас мы справимся. Мы сейчас справимся. И отправимся.
Подойди ко мне, я тебя назову Дон Кихотом. Да ну хватит, какой гид, мать его! Ты что? Оп! Хорош. Хорошо. Оп! Нет, плохо, дела плохо. Ладно, хорошо, дела хорошо. Если присмотреться, дела хорошо, в общем-то. Прыжок? Отлично. Отлично. Дальше. Карусель Моровинд Баравант. Вот. Волшебник изумрудного города. Прекрасна вообще идея сделать аттракцион в аду. Ведь верно? Ведь это забавно. И какого хера я сюда шел? И какого хера... А, вот рычаг, черт. Да, карусель теперь открыта. Добро пожаловать всем на карусель. На самом деле там проход открылся. Куда мы раньше не могли пройти в самом начале. Сейчас мы туда пройдем. Сейчас увидите как. Очень просто. 3, 2, 1. Нет, на самом деле нет. На самом деле да. 3, 2, 1. Оп. Старый добрый MLJO. Вот тут мы были. И тут мы были. Отлично. Отличный змей. Очень уютно и комфортно у вас тут все. Да. Вот, видите, вот здесь открылся проход. Открылся проход, теплоход? Да, открылся, только в него надо зайти через подземелье, блин. Чё, снова прыгай через это? Ладно, Антон, ты прыгнешь, ты можешь... О! Красиво. Просто MLG. ЖМЛХ. К MLG. Вот для этого нам нужна была возможность выйти из этой пещеры вот сюда вот налево, помните, вот тут вот. Вутють вот. Вутють вот, теперь мы скачем вот так вот опять, вот так вот, вутють вот. А если бы мы вот тут вот пробили вот эту, мы бы смогли вот туда вот попасть, видите, вон туда куда-то. Но ничего страшного. Теперь карусель, старый добрый пидорас-волшебник тут ждет, отсосем у глобуса. Классика жанра, в принципе. Что это делает? Это восстанавливает нам магические способности, все наша манна растет, все наша жизнь наполняется счастьем, успехом в личной жизни. Видите, мы можем пройти в этот большой-большой толстый полосатый шатер, где дядя-извращенец-кролик... Нет, почему кролик? Дядя-извращенец-клоун встретит нас радостной улыбкой. И чё? Ладно, больше сюда не ходим. Короче, нам нужно выстрелить вот так вот, чтобы пролетела пушка, нажал на эту кнопку, акула тут как-то сдохнет, и мы дальше пройдем. Сейчас! Вот там наверху кнопка не зря строилась. Ладно, мы просто болт забьем и перепрыгнем это как-то вот, как-то так. Как-то так, но это не надо было так делать. Ладно, мы просто идем. Мы просто тот, кто идет, и ползет, и лезет. Так, отлично, супер. Прыжок. О, мы в ловушке, понятно. Боу, мы попадаем в аллигейтор пит. В смысле, в яму с акулами. Это не аллигейтор пит. И нам нужно было что? Пушка стрельнула. Стрельнула сюда, но ей помешало что? Помешала защита. Давайте ее как-нибудь уберем. Мы сможем? Не сомневайтесь, сможем. Оп. А мы могли, видите, зависнуть. И не пойти на поводу у жизненной судьбы. Ладно, мы теперь дергаем за другой рычаг. И что происходит? Нихера, Антон, не происходит! Ладно, пошли дальше. Поползли. Не все так просто, как кажется. Вообще-то нихера не просто. Очень все сложно. Так, у меня небольшая тут проблемка. Но, в общем-то, эта проблемка типичная для этих мест. А что мы сделали? Смотрите, Я повернул вот этот мистер Пушка под таким углом, что она пролетела и упала вот сюда. Это, в свою очередь, открыло мне глаза на то, что я скатился. Но на самом деле они еще так давно были открыты. Ну ладно, ничего. Ничего страшного. Опять мой друг Гидра. Гидра? Старый добрый друг Гидра. Хайль Гидра, да? Мы пытаемся. Ну не получается! Не, все получится. Все получается. Оп. В общем, когда вот эта пушка отлично отстрелялась, она привело... Это нажатие кнопки привело к тому, что вот эти вот стенки убрались. Вот эти вот. Теперь мы можем запрыгнуть на вот эту платформочку.
Что это значит? Это значит волшебство. И уют. И комфорт. И старый добрый... Старый добрый, короче. Я не знаю. Старый добрый Антоха прошел для вас еще одну карту. Проходит карту. Господи, он заговорился. И большой рубин наш здесь ждет. И последний... Нет, не последний. Еще один сет. Сердечко. Красота. Красота. Теперь мы с большим рубином и с чистой совестью, я думаю, да, отправляемся в наш зал славы, я так его назвал. И мы восстанавливаем рубин сюда. И следующий наш биом — это джунгли. Там будет забавно. Там много надо прыгать и делать всяких вещей. Вот это веселье. Ставьте дизлайки и всего вам самого доброго. Пока-пока.